Всем привет, друзья мои! Вы на канале Турецкие байки. Меня зовут Оля. Сегодня я хочу показать вам пляжи Кушадасы. Это городские пляжи, конечно же. Поехали! Long Beach. Он очень длинный. Я даже не знаю, насколько меня хватит заснимать. Сейчас у нас 3:30. Очень много народу. Ресторан Комсал. Дороговато, но в общем-то нормально. Здесь больше вечером все сидят. Так, отсюда, по-моему, на параплане летают. Так, это, видимо, куда-то сюда канализация была порвана. Прямо заметно. Не зря здесь, в общем-то, народу нет. Если честно, я очень разочарована. Очень грязное море. Неужели это из-за этого самого прорыва канализации? Надеюсь, что просто от дождей или чего-то еще. Ну что, мои друзья, я, наверное, уже с 3:30 топаю по Long Beach, по солнцу, и он все не заканчивается. Очень огромный длинный пляж. Здесь, чем дальше углубляешься, тем больше свободных мест, где можно посидеть просто, расстелив полотенце и поставить свои собственные стулечки. Long Beach вон туда же далеко простирается, я туда не пойду, простите. Я пройдусь по вот этому волнорезу.
Тут полно рыбы, я не знаю, видно вам или нет, пытаюсь заснять. На этом волнорезе написано, что рыбу ловить нельзя, но ее тут очень много. И здесь уже вода очистилась. Там, где я заснимала, что грязная вода, туда прорвало канализацию. Нужно, короче, ходить вот сюда куда-то купаться. Я даже не знаю, там все равно люди сидят. Здесь все чисто и много-много рыбы. Ну, правда, очень длинный пляж. Туда есть заезд с других улиц. Это надо по карте смотреть, как туда в дальнюю точку пройти. Там он, по-моему, переходит в Серебряный и в Золотой пляж. Но этого я уже не подскажу. Это все, что я снимала, это все городские пляжи. То есть они бесплатные. Но если вы шезлонг занимаете, то только за шезлонг платите. Так что добро пожаловать в Кушадасы. Кстати говоря, обратите внимание, я вокруг заснимаю. Никакого дыма, никаких пожаров здесь нету. Итак, друзья мои, следующий городской пляж, который я вам хочу показать, он так и называется городской. Он находится неподалеку от руки статуи. Вот, собственно, статуя. А чуть дальше пляж. Сейчас я вам покажу его вблизи. Ну, скажем так, он не сильно большой пляж. Но мне кажется, что тут море грязнее даже. Ну, с достаточно мелким, хорошим песочком. И маленький. Итак, друзья мои, пол шестого вечера я наконец-то добралась до Каденлар Тенизи, то есть до женского пляжа. Вот, друзья мои, даже не спрашивайте, почему пляж называется женский. Вроде как, наверное, планировалось сделать его только женским, но здесь такой лакомный кусочек пляжа, что решили сделать его открытым для всех туристов. Естественно, здесь очень много мужчин. Это просто название женское. На данном пляже очень-очень мелкий песок. Некоторые сравнивают его с пляжами Канны. Мне он, если честно, не нравится. Прилипает даже к сухим рукам. Вечер, очень много народу.
Ну, друзья мои, я так далеко вон туда не пойду. И так, в общем-то, все понятно. Пляж, он вот такой вот. В отличие от Лонг-Бич, он, ну, в общем-то, имеет конец. Я его вижу. Очень популярный. Отсюда видно, что море тоже не очень чистое, но чище, чем на Лонг-Бич было. Все-таки синего цвета, а не коричневого. Итак, друзья мои, я потратила 3 часа, чтобы показать вам все, в общем-то, городские пляжи. Мне кажется, что мое видео заслужило лайк, непременно поставьте его. А на этом все. Очень жарко, я еду домой, устала. В общем-то, сменяя маршрутки. Весь макияж у меня, собственно, смылся с потом. Поэтому всем желаю любви, добра и счастья. И увидимся на других интересных видео. Подписывайтесь на канал.